В финале Кубка России пловец Евгений Рылов повторил успех Олимпийских игр в Токио. Взял золото на дистанции 200 метров на спине, тем самым в очередной раз доказав, что видновским спортсменам нет равных. В связи с тем, что сейчас нашу страну не выпускают на международные соревнования, это было приближенное к странам СНГ. Да, то есть приехали лучшие спортсмены Беларуси, и наши спортсмены сборной России и всей страны мотивированы были и заинтересованы в этом старте как пик, как финал данного сезона. Поэтому это был итоговый главный чемпионат страны, и он был открытый, включая зарубежных спортсменов. Ежедневный труд, усердие, желание и мечта. Вот главные составляющие победы. А еще вера. Ее у воспитанников оздоровительного центра «Дельфин» достаточно. В спортсменов верят и тренеры, и руководство. Всячески поддерживают и создают комфортные условия для тренировок. На Кубке России, который проходил в Казани, наивысший результат показал еще один подопечный «Дельфина» Иван Гирев, взяв золото на самой престижной, как ее еще называют, королевской дистанции 100 метров. Кролем. Реализовал цели, которые хотел поставить, точнее, которые задумывал в начале этого года, с учетом того, что я проходил реабилитацию в прошлом году и, по сути, начинал практически с нуля, то сейчас это очень достойный результат, и идем дальше, вот, работаем дальше. Помимо этого, в рамках Кубка 2023 года Иван Гирев взял золото в эстафете 4 по 200 и серебро в дистанции 200 метров вольным стилем. Проявила себя и юная спортсменка Виктория Таранникова, вошла в число сильнейших брасисток России. Я бы тоже хотела стать олимпийской чемпионкой, конечно же. Впереди у спортсменов череда соревнований. Ближайшие пройдут в Кемерове, где Московскую область представит Иван Гирев. Юлия Погосян, Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.